Надежда Валерьевна, какой проблемой вы бы хотели сообщить или какой вопрос вы хотите задать? Волонтеры работают по будням с 9 до 18 часов. Делятся на смены, мы попали в разгар первой. Телефоны не умолкали. Девушки говорят, жители активны, и среди них не только барнаульцы. А вопросы чаще всего задают по проблемам здравоохранения, транспорта, ЖКХ и социальной защиты. Время на общение ограничено. Около 10 минут по таймингу, потому что звонков очень много. И, конечно, нужно, чтобы все, конечно, звонки обработались. Поэтому, конечно, мы никого во времени не ограничиваем. Да? То есть вы высказываете свою проблему, да, полностью. Стараемся, конечно, как можно, ну, точнее описать, конечно, эту проблему. Волонтеры просят звонящих оставлять свои контактные данные, электронную почту, номер телефона, иначе просто не будет возможности ответить на волнующие их вопросы. Губернатор в прямом эфире ответит на те вопросы, которые наиболее часто повторяются, на наиболее острые вопросы. Вопросы будут приниматься до конца линии, то есть до того, как она закончится 23 ноября. Все, кто подает свои вопросы, получат ответы. Органы власти дадут ответы на вопросы всем жителям, которые обратятся на прямую линию. Напомним, прямая линия состоится 23 ноября в 17 часов. Будет транслироваться на каналах ОТР, Катунь-24, Россия-24 и на Толке. Задать свой вопрос каждый сможет, написав на сайт, либо позвонив по номеру колл-центра с 9 до 18 часов в будние дни. Татьяна Голубева, Вадим Быстревский. День с толком.